Все хотим в небеса, братья и сестры. Мы все стремимся туда. Аминь? Аминь? Аминь. Вы знаете, чтобы попасть в небеса, кое-что нужно делать на этом пути. Нужно меняться. Нужно менять свой характер. Нужно менять свои убеждения. Нужно менять свои взгляды в пользу Царствия Божьего. В пользу Иисуса Христа. Если мы не будем на этом пути меняться, не будем изменять наш внутренний характер, знаете, ничего не получится. Поэтому эта песня, эта молитва о том, чтобы Господь менял нас в свою сторону, в свою пользу. И тогда мы увидим небеса. Тогда все будет нормально. Сильнее, сильнее, Бога.
избрала только Божья любовь.